Летит, летит. Мама позвала. Кто так убежал-то далеко, а? Куда далеко? Ой, господи. И маму еще посадил. Пойдем. Дорос до того возраста, когда стал понемножечку метить. Проваливаются лапы, да, аккуратней. Палочку нашел. Ух ты, моя зайка. Обычно писает, прям встает и писает. Сейчас уже начал экономно метить все подряд. После года уже как-то так. Ты думаешь, это вот вкусно, да? Это уже все сухое. Пойдем. Давай. Бесенок. А бесенок. Проваливается лапа, да? Неудобно. Я не могу. Все интересно. По дорожке хорошо растет, а по сугробам прям скачет весь. Неудобно там. Ну, еще пометил. Все твое хозяйство, да? Тальчика! Ко мне. Супер. Стоп. Давай развернись. Хорошо. Гуляй. Давай. Хорошо. Ладно, пусть бесеныш повесится. Но ждет меня. Все равно тормозит, смотрит. Не всегда. Но старается уже немножечко контролировать. Раньше вообще пошел куда-то гуляет. Чего? Кто-то здесь из наших пометил, да? Некомфортно лапа совсем. Пушистый снег, конечно, супер. Тут ледяная корка, это никому не нравится. Ну, хвост вот более-менее начал обрастать уже.